Ну что, ребятушки, всех приветствую, продолжаем. В прошлый раз остановились мы на чем? Убили Ворта, да? Убили Ворта. Я добежал, взял флаг. И надо отправиться вон на ту башенку. Но этого мы делать пока не будем, потому что я кое о чем вспомнил. Я забыл использовать ключ, который мы нашли. Ключ от какой-то камеры. И я забыл убить одного паренька. Вот сейчас это мы сделаем быстренько и пойдем делать наши дела. Вот. Ключ от камеры использовали. Кто ты такой? А ты не из тюрьмы, нет? Нет, ты издалека. И судя по звону колокола, должно быть, ты из негорящих. Невероятно. Если это правда... Господи, какая долгая озвучка. Просьба. За высокой стеной стоит затхлый городишко. Он не принадлежит никому из повелителей. Просто старое поселение нежити. Там живет старуха Ларетта. Пожалуйста, передай ей это кольцо. Это не благотворительность. Если ты сделаешь это, я отплачу тебе с лихвой. Возможно, я всего лишь вор, зато ума у меня побольше, чем у иного короля. Что скажешь, а? Блять. Прекрасно. Угу. Я смиренно отдаю свою судьбу в твои руки. Я серокрыса из поселения нежити. Я обещаю тебе помогать. А выполни свою часть уговора, а я выполню свою. Ура! Как, реально, русская озвучка, как и говорили фанаты Dark Souls, какая-то хуёвая. Не знаю, неужели в реальной озвучке, точнее, в оригинальной, так долго они пиздят? Чурки. Ебать, я здоровый, конечно, машина чисто. О, гоблины полезли. Чисто такси средневековья. Мне интересно, в лоре как-то прописано, что это за черты вообще? Они не выглядят как дружелюбные. Еще руки по локоть в крови. Ну, по-моему, демоны какие-то. Почему они мне помогают? Кстати, Никит, нахуй ты вообще носки на ВБ продаешь? Ну, в смысле нахуй? Решили попробовать с девушкой бизнес, грубо говоря. Ну, не на ВБ, на Озоне. Мне кажется, на ВБ, блядь, лучше было бы продавать. И скажу так, Озон такая залупа пока что. Потому что, вот, допустим, есть у нас носки, там 520 рублей, ну, 500 с чем-то, да, продаем их. Это уже как бы с нашей наценкой, чтобы мы выходили в плюс, как мы посчитали. Но, во-первых, Озон берет комиссию на носки, в принципе, как на товар, сам Озон себе забирает. И плюс сверху накидывает за обработку заказов и за доставку. И это все выходит на 50% от стоимости товара. То есть, понимаешь, мы, блядь... Не то, что в плюс нахуй не выходим. Мы, блядь, думаем, как бы вообще в минус не уйти, лишь бы это всю хуйню продать. Просто, ну это ебануться 50% комиссии чисто вот с нихуя. При том, что я даже, ну, делал, грубо говоря, как самовыкуп. Просто на ту же точку, куда девушка относила заказ, они взяли также бабки за все, за обработку заказа, за доставку якобы. Ну это, блядь, такой кринж. Короче, ему похуй, Озону лишь бы, блядь, деньги залутать. Блять, сука, ссаные собаки. Бля, попал? Попал. А почему дверь закрыли? Я нихуя не понял. Ладно. Прости, брат, но я заберу твои души. Блять, за нее даже души не дали. Ой, обидно. Так. Я знаю, тут прикол. Давай. Блять. Ладно, догавкались. Красивый череп, нихуя себе, что он дает. Буду читать. Привлекает. А, понятно. Понятно. Так. Красота. О, там что есть. Красота. Косточка, похеру. Блять, а можно вон туда попасть, интересно?
А, да, можно, 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 можно. Это с болот. Чё? Прошу, даруй мне смерть. Сними мои оковы. Чего, тебя убить? О, так это правда. Чемпион пепла собственной персоной. Встретиться с тобой большая честь. Ебать, он нездорово выглядит, у него какие-то упырки на руках. Пилигрим, вот только неизвестно почему, но я не умер, как было предначертано. Что ж, наверное, я еще не исполнил своего предназначения. Скажи, чемпион пепла, а как ты относишься к мысли взять меня к себе в услужение? Я когда-то был чародеем, я тебе пригожусь. Ладно. О, право, я должен был быть мертв, но ты даешь мне новую цель в жизни. Я Йоэль из Лондора. Да, очень интересно, не знаю нахера, но пусть будет. Мы ж не злодеи, мы всего-то убиваем нежить, которая просто так стоит и не получаем с того душа, но с кем не бывает. Ебать бизнес. Угу. Пусть твоя девушка OnlyFans, блять, охуеть, спасибо, тортик. У тебя гениальные идеи. Хз, мне наоборот ВБ, мне что-то не нравится. Соня, иди ты на OnlyFans, точнее, тортик. Да, блять, ну и как? За такие гениальные, блять, идеи сеть. Что-то я, по-моему, только вчера играл, и я уже забыл. Я дистанцию не чувствую вообще. Так, ну вот я лоха убил. И чё? Здесь никого не будет? Вот, блин, этих игры, блядь, китайские, все время жду какую-то подставу. Вот здесь, допустим, да? Я выйду, на меня накинутся. А здесь можно спрыгнуть? Блядь, еще эти тайные комнаты всякие. Вот я так, кстати, больше не нашел. Кроме той, что находил в этом. Блять, в храме пепла. А куда мне идти тут? Бля, локация такая, конечно, дружелюбная. Так, ну явно вот к этому чулику. Бля, классно, что я вкачал меч, а теперь их ваншоты. У них, видимо, 192 здоровья! А у меня 200 урона. Шляпа рабочего. Бля, давай оденем. Блять, капец, я гриб. Не, кринжово выгляжу, кринжово. Так-то получше. Буду просто черненьким. Опа. О, я понял. Маленький кожаный щит. Тут ничего. Вандал! Давай ломать все херам. О, почему ты так и думал? А. Ну, это ничего мне не дало особо. Блять, ну почему не достал? А, нет, дало. Он бы на меня спрыгнул, да? Ну, конечно, спрыгнул бы, блять. Чтоб он еще, сука, сделал. Я слышу. Вон. Текстура побежала. Блять. А, это вот. Текстура побежала. Так, ладно, зачищаем локацию потихоньку. Порошок какой-то. Там челы что-то устроили, надо и будет их всех выкосить. Бля, вот как бы это вот снять аккуратно? Вот. Ага, нормально. Спущусь, заберу. Так, здесь все. Ага. Да как ты, блядь, это вот сделать умудрился? Ладно. С этими хоть нормально. Блять. Ну, конечно. Уеби меня, давай. Ай, маленькие гоблины, сука. Я от подобного задания еще, видимо, взял. Сокольник, гениальные идеи догоняли меня, а я их хватал, я понял. Хватай дальше идеи. Бле. Так, ну давайте я вкачусь вот сюда. Блять, ну почти, да, нормально вкатился. А, они не реагируют, им похуй.
Ага. Нормально, нормально. Пока лут собираем. Так, еще один лут. Так, этих двоих. И вот этих. А, нет, ей похуй. Нихуя себе! Блять, а это я потому что без брони или что? Пизда. Блять, отступай, 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 блять! Нет, сука! Я умер? Да, ебать. Ууу, ёбаная бабка. Попущено? Вот так тебе и надо, скотина, а? Я вот знал, знал, сука, что он это сделает. Но почему-то не хотел уходить. Как ты? Хотел подловить меня, да? В спину, как крыса, ну понятно. Блять, что-то я шмот рабочего собрал. Чисто на завод можно идти. Так, здесь некуда идти. А куда мне теперь идти? По мосту. А. Ага. По мосту. И куда? А, или вот сюда. Я понял. Тогда двигаемся потихоньку. Опа! Да как ты, блядь, быстрее меня оказался тут? Черт. Чую, как-то я еще не разыгрался прям. Прям вообще не разыгрался. Так, ну этих лохов так-то несложно опускать. Главное еще не словить ударчик, а то... А, ну вот все. Хотел сказать, фолиаксессуса почти не осталось, но вот теперь и не осталось. Так, он тут не зря стоит, да? Ага. А эта стена невидимая? Нет, блять, и так хотелось бы. Так, ну мне кажется, я себе чисто почистил дорогу, потому что если я сейчас пойду вот сюда, то я вот как раз-таки буду проходить под теми челами. Так, что там написали? ХЗ у меня так это, ага. Гениальная идея. Ну, понятно. Все это старое. Сюда можно? Можно двери открывать? Не знал. Кстати, по лору, насколько я знаю, в этой деревне вот это то, что делают... Закручивают нежить, это вот, скидывают всех в клетки, это они так борются с перенаселением. А еще закапывают нежить. Типа им девать некуда их. Не знаю. Блять, 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 блять. А я еще урон получил. Ладно. Правда, я не понимаю, как у них может быть перенаселение. Ну, типа, да, никто не умирает. Но и с той же стороны, откуда они появляются, если не вся нежить. Бля, красиво прям. Смачно. Так. Нихуя я умный. Вот вы не заметили, а я заметил. Вот тут какая-то дырка была. Бля, тут печка еще что-то подсвечена. Где она? Вот она. Нихуя. Воины солнца. А это что? Выпить суп из эстуса. Блять, оставлю пока, погоди. Если он хилит, то я хочу урона получить. А, но я тут его особо и не получу, скорее всего. А, нет, получу, смотрите-ка. Нет, вот на него. Блять, не успел ты. Но это твои проблемы уже, брат. Зато я тебя увидел. Ты тоже живой? Нет, не живой. А как их определять? Ай-яй-яй-яй-яй. Все? Это куда? Не, ну тогда пьем суп из эстуса и идем, что нам делать еще. Зараза. Думал, сегодня пойду получше чувствовать себя, но что-то кашель донимает. Так, полный ХП. Кстати, я заметил, что у меня кольца нету. А, нет, есть. Увеличивает максимальное здоровье. Значит, в глаза долблюсь. Получается так. Так, здесь мне куда? Нихуя. Ебать, я видали вот это, конечно, умею находить.
Даже бы не заметил. Но я заметил. Так, а еще есть чуткие приколы? Блять. Ага. Ага, ну это какая-то залупа. И зачем мне вот сюда? А, ну я догадываюсь, зачем. Блять! 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 Ты посмотри, какая наводящаяся хуйта! Нет, но. Блять, ну куда ты бьешь? Я съебаю. Блять. Подловили меня. Я готов. Я готов, готов, готов. А малой где? Где маленькая гнида? Ну ты, сука, обратно прячется. Блять, ну... Охуенно размениваемся, брат. Заходи, заходи, заходи. Заходи. Блять, что ты делаешь? Угу. Пососыч. Так. Летит в меня уже хуйня. Мне сюда? Ага, хуй там мне сюда. А куда мне? Ай, блять, она падает! А, у нее еще атаки не станется. Долбоёб. Вот знал, ща по ебалу получу. Знал же, да? Пиздец, актив ебейший силач. Блять, Никита, ты просто рукожоп. Кстати, ваш бизнес с носками в итоге окупился. Он пока не завершился, чтобы окупиться. Пока еще все не распродано. Ага, ага. Ебать, она там кричит, нахуй. Дура. Блять, у меня еще проклятие сейчас накопится. Дурак ты, блять, дурак! Блять, да я не лучше тебя, слушай. Это что за схрон? Да, какой-то схрон реально. Ты прыгать будешь? Жирная скотина. Давай, падай ко мне. Какой, какой, блядь, не падай. Блядь, ну ты гнида, короче, я понял. Ой, блядь, это куда? Ты прыгай, прыгай, прыгай. Спустись, скотина! Ладно. Понятно, что она спускаться, блядь, не собирается. Ладно. Если гора не идет к Магомеду, значит, мы идем, блядь, к этой ебаной горе. Ой, сейчас я развернусь тут, блядь. Да иди нахуй. Блядь! Ты дура? Скажи, пожалуйста. Да ты там напизди мне. Одна баночка осталась с эстусом, пиздец. А, это жесть. Такая ебейшая история была. Я был недавно в пятерочке, и мимо меня проходила девочка лет 12 и говорит: «О, привет, мальчик». Ач, блять, я вижу, как она возле живота снимает кружок кому-то. Я ее посылаю нахуй, и она уходит. Потом приходит с газировкой и тычет в лицо со словами: «Вот, посмотри, какая красивая бутылка, в отличие от тебя». А потом я уже выхожу из пятерочки, и эта дура со своей компанией идет, видит меня и кричит. Я, блядь, сворачиваю на рынок, и ее слова... Слава яйцам не вижу. Пиздец, конечно, тебя доебались. Так, куда мы... Ой, нет, погодите, я там что-то видел. Мы тут когда были, я... А, но я если промахнусь, мне пизда, да, типа, я понял.
Ну, не пизда, конечно. Но не то чтобы приятно. А это зачем? О! Меч! Точнее, костер. Точнее, ну вы поняли. Так. О, это уже... Башня. Блять, я уже теряюсь. Слишком много всего. Ага, я понял, так. Как теперь попасть? Давайте. Уроки от сокольника. Ебать, видали? Ржавая монета. Это, по-моему, ж... А, я думал, тут подняться уже, блядь, было можно. Это, по-моему, чтобы этот, как он называется, удачу усиливать. Все, костер зажгли. Так, лоха попустим или нет? А давайте отдохнем. Покажи свою вторую половину, а то мы только первую половину сокольника видим. Тортик ебан, блядь, что вебка зашакалилась. Немного лагает, а так норм. Да она не лагает, у нее фпсов мало. Она, по-моему, 20 фпс. Блядь, ну древняя вебка, что вы хотели? Я ее откопал, блядь, мне ее дарили в году 2015, наверное. Она, по-моему, 720 снимает. По кадрам я почему-то думал, что 30, но потому что я вижу, никаких там нахуй 30 нету. Халява. Там что-то аэросообщение удалил. О, а я на этого дурачка могу накинуться, блядь, да? Но я не допрыгну. Ебать! Ебать! А ты почему умер? Ну ты, конечно, попущенец. Да, брат. Тебе, блядь, с такими силами только хуи, блядь, сосать. Чё? А, я понял. Заебись, ты придумал. Блядь, что ж тут так много всего? Сейчас меня убьют, нахуй. Ебать! А души мои, пизда? А-а-а, я, блядь, так же думаю. А где я, блядь? Как отсюда выбраться? Нихуя себе, блядь! Я на СВО не подписывался, нахуй, пизда. Ебать. Нормально они меня, конечно. Нормально, да, нормально. Да выпендривался. Домой пусти. А чё с ебалом? А чё с ебалом? Чё нас скукожилось так, ребят? Трахнуть меня захотели, блядь. А не вышло. По тебе стреляет 88-миллиметровое портативное орудие РАК-44. Ещё как. Ещё как наваливает прям. Вопрос, а нахуя я сюда пошёл? Тут-то я, по сути, всё зачистил. Мне тут делать нехуй. Хотя не... Или нахуй? Нахуй. Мне вот... Вот сюда. Силу и выносливость хуярь противотанковая, блядь. Ебло. Ну, да. Читать я, конечно, умею все хорошо. Так, а теперь... Блядь, опять стреляет? О, вон, сука, смотри, нахуй, видите? Сидит гнида, блядь, наваливает. Артиллерия, блядь, средневековая, нахуй. Ща надо прийти ему ебучку сломать. Чтоб не выпендривался, блядь, почем зря. Блядь. Что тебе надо? А, ты стреляешь, я понял. Я со стрелками, блядь, не вожу, друзья, дела. Нахуй иди, короче, понял? Все. Ой, а меня сейчас это в засаду возьмут, да? План капкан. Ну или я их возьму. За жопу. Ха!
Так. Я вандал. Здесь что, лут? Я в поисках лута, мать продам, понятно. Блять! Понял. Вы, блять, гниды, я понял, ребят. Я все. Ноу! Угу. Шакалы. Че, в засаду взять меня хотели? Я вас за яйца возьму. И вам это понравится. Блять! Охуеть, а че у тебя здоровья так много, мать? Блять, что происходит? Это какого хуя? Ты кто, блядь, говномес, нахуй? Пиздец. Это ж... Блядь, куда я, блядь, попал, нахуй? Шмаляют. А как залезть? Ага. Еще. Есть, есть. На жопе. Шерсть, сука. Так, это все... Блять. Ну и черти. А к тебе как залезть? Я понял. Долго ты там не посидишь, понял? Текай, блядь, с городу нахуй. Опа, а я увернулся. И что делать будем? Миром уже не решим. Что-то звуков много. Так, тут можно сюда. Можно руфером по крышам походить. Тут вообще все, что угодно можно. О, я что-то с лоха не забрал. Так, что тут сюда можно? Можно. А нужно ли? Непонятно. Ага. Колхозан, блядь. Блядь, он еще и попал в меня. Пока нормально. Три фляги с Этусом. Как будто бы я... Всю игру не прокачался, представим так. И чё ты, дурик? И чё? Не тяжеловат ли, блядь, будет? Пиздец, он замахивался. Нормально ты. А он прям побольше, кстати, прям по размерам. Здоровенный хуй. А это куда меня ведет? Ебать, вы там понаписали, ребят. Так она вот, почти. Трехметровую шпалу из берсерка можно будет найти на болоте. Пока что я хожу с клеймором. И собираю щиты, нахуй это. Так, в общем-то... Ага. Мне либо сюда, либо сюда. Ну тут пизды дадут, смотрите. Бам, нахуй. Разорвало, еблет, да? Не докидываешь. Так, давайте попробую наверху зачистить, что там было. Раз уж начали оттуда, давайте закончим. А, или я, кажется, знаю, куда мы придем. Ну, либо я не знаю, куда мы придем, но я догадываюсь. Так. Тут что-то до сих пор шумит. Или это вороны шумят, блядь? А-а-а. Тут что есть? А, я понял. Я понял. Да пошел ты нахуй, дядя! Блять, он, блять, что? Он в шипах или как, нахуй? Я в метре за спиной от тебя стою, гнида ты, а? Да я понял, понял, понял. Ага. Вот так, блять, раньше нельзя было? Что это было? Блять, что упало будто бы. Заебись. Укатилось.
А вот что это шумит, блядь? Или это птицы реально шумят? И вы мне предлагаете вот с такой высоты вниз прыгать? Ну, похоже на то, что я пизды, блядь, получу от того, что упаду очень сильно. Ладно. Действуем в обход. Заодно почистим локацию, так сказать. Так, тут надо пробегать однозначно. Ага. Ага. Кидай бомбу, блядь! Нихуя себе! Ебать, и ты еще кто? Вебка надо было раньше. Да как-то не знаю. Не то чтобы все и хотели. Ну, по крайней мере, я не так часто это слышал. Блять, ты из-под земли на меня вылез? Нормальный вообще? Блять, тут мобы отбитые какие-то в этой деревне. Я прям чувствую, как я посасываю немножко. Мне это не нравится. Я уже давно должен, блядь, был прибежать на место назначения, а в итоге что-то нихуя. Бегом за душами. Бегом, блядь, за душами. Ну, блядь, поймал, что делать? Дальше бежать. Не подходить к бочкам, главное. О, уебало кого-то. Вот кто ты такое, блядь? Что тебе надо, нахуй? Что ты делаешь? Блядь, ну ты конченый какой-то. Ага, 4 удара, нормально. Не такой уж страшный, конечно, но въебать нормально. Я еще мусор с него залутал. Зачем мне мусор? Так, можешь их выебать для начала, а потом уже это... А как к ним подняться? Ну вот тут чуваки сидят. А подняться никак, типа, да? Я не могу отомстить своим обидчикам. Обидно. Не, ну точно не могу никак подняться. Блять, походу не могу. Тут что-то чуваки сидят, скулят. О, а я там был. А я там был. Мне там на клыка накидывали. Неприятно было. Так, а здесь я куда пришел нахер-то? Ну, здорово. Ну и что это тебе дало? Ой, загрелся. Загрелся, сука. О. Собачка. Собачка. Долго думаешь? Так, теперь что? Можно срез открыть, но мне тут могут захуярить. Ну, в принципе, куда нам не пропадать-то? Так, ищем скрытые стены эти, эти невидимые, блядь. Правда, как их... Искать! Нихуя урон! Пиздец. Видали, как укусило? Нормально, блядь, долго заживать будет. Здесь можно? А здесь... А здесь? А здесь? Блять, ну не будет, короче, где он прохода. Цестус. Это куда? Заперто. Ой, блять, ой, блять, ой, блять. Мама, прости. Кольцо кровавого укуса, блять. Все? Так, что там за кольцо золотого-то вообще? Нихуя не видно. Не, ну тут точно тайник должен быть. Вот тут? Да не, нихуя никакого тайника нету, блядь. Я же шизу ловлю, блядь. Ай, шизоид нахер. Ну вот срез, да, есть. Срез открыли. За срез спасибо. Так, итого. Что я нашел? Увеличить поглощение урона при низком уровне здоровья. А чё, только одно могу нацепить? Ну ладно. Поглощение урона буду.
Как сейчас дела? Как сработает? Да нормально пойдет. Пока на больничном. Пока сойдет. О, Евгений, здравствуйте, здравствуйте. Давно не виделись. Аж целых вчера. Так, теперь мне не туда, хотя можно и туда. Бля, или уже выебать эту, как он называется. Ну, вы поняли. Дерево. Ага, псарня сидит. Нихуя ты... Где она? Ну, где-то вон там была. Ну, достать до собаки это, блядь, святое, конечно. Долго бежишь, мать! Ага. Давай, 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 давай. Ну да, сам довыебывался, знаю, знаю. Ну так и ты ж не святая, блядь. Куда ты съебаешь? Ху! Я тоже так могу. Блять, капец у нее звук. Как будто не соус, а из бочки. Так, это шорткат к дереву, я его открыл. Я молодец. Нарезал. Так, итого 6 тысяч душ, нормально залутал. Можно даже еще пойти почистить. Кефтеме. Что, по лестнице идет кефтеме? Блин. Там вон два ебаки стоит. Надо ей будет как-то разытывать. Два же, да? Не три же. Три, блядь, еще. Нихуя, ты так умеешь? А, это вон, блядь, какая трансформация ебанутая. Чё ты психуешь, блядь, долбоёб? Угу, я понял. Пока. Блять, я его ударил, у меня кровотечение началось. Мама, помогите. Блять, ебать он размахивает. Дишь ты нахуй. Собака. Ой, блять, ебать, я вышел удачно, конечно. Нахуй, 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 нахуй. Ты дурная, блять, или что? Кто это, блять? Что за звук? А, я двух собак уебал. Не, ну это уметь надо. Блять, вот. На! Теперь тебя, блядь. Свиноматка. Да пошла нахуй. Ха-ха-ха-ха. Чё, сбил атаку? Да ты мне ебала, ну и чё, в расчете? Зиман у нее, конечно, улыбка кринжовая, посмотрите. Фух, а теперь еще разок. Не-н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 е, три, куда нахуй три? По одному, парни. Пизда. Давай, нападай нахуй. Нападай, нападай. Угу, заебись придумали. Мама. Да блять. Что, Никита наконец-то убил хоть кого-то? Да вы охуели совсем, ребят, вы чё? Я эту локацию почти зачистил, блять. Никита что, убил наконец кого-то? Нихуя себе, блядь.
Сейчас. Это разогрев был, блядь. Ручки замерзли. Кидай эту хуйню. О! Падай! Пока. А. Нихуя не пока. Там кого-то спуститься можно, блядь. Давай. Ага. Раз, два. Ага, видали? Долго он прожил? Нет, недолго. А чё там внизу за хуйня? Ладно. Так, ты один остался? Ап! Чё, много выносливости жрет, да, твои удары? Ребят, я говорил, это разогрев был. Ну, а вы не верили. Блять, тоже подписчики нахуй. Да куда ты, блять? Еще одна. Блять, череп, нахуй он нужен вообще? Кого отвлекать надо? Я никого не отвлекаю, я себе ебальники бью. Я только так и умею играть, если вы не заметили, ребят, вы чё? Блять, а эта хуйня наверху осталась висеть? Блять, пиздец. А вот это вот зачем? Вот это вот зачем? Что там? О, салам алейкум. Ебать ты маленький. О, прошу прощения. Задумал. Я Сигвард из Катари. Честно говоря, я в нем с тобой бывало. Идешь мимо белой березы, и тут в тебя попадает огромная стрела. Да, ебать как бывало, брат. Что ж, я полагаю, что стреляю. Кто бы там ни был, я им вправлю мозги. Но мне нужно подняться наверх. И в этом-то проблема. Этот механизм позволяет только спустить... Ну... Сейчас ты охуеешь, друг. Братишка Сигвард, да, братишка. Не знаю, в чем твой трабл был, брат, вообще. Не знаю, конечно, в чем твой трабл был. Ой, там лут, кажется, был. Так, здесь что-то есть. А еще есть? А если найду? Эх. Салам алейкум. Кто ты такой? Заключить мир. Всегда рад помочь. А, но я что-то поздно, да? Типа, я с ним договорился, чтобы он по мне не ебашил, да? Всегда. Ну, я понял, спасибо, что... Да, спасибо. Спасибо, конечно, за это. Да. И чё? Ну и ничего, блядь. Короче, я понял. Мем с Папичем, какой мем с Папичем? Научился уклоняться, сука, да хватит это писать. Заебали. Так, мне надо тут куда-то залезть. А, вон, я вижу. Я увидел. Я же увидел. Ебать, я думал, я сейчас умру. О! Салам алейкум. Быстро ж ты тут научился. Чё, брат, как дела? О, но благодаря тебе меня посетила гениальная идея. Я разгадал загадку этого непостижимого устройства. Да. Да.
Иногда я поднялся вверх на башню, как мне казалось. Не уверен, как бы то ни было. Видишь, здорово, вот, чудище, да. Я не трус, рука моя тверда. Угу. Но при взгляде на него у меня мурашки по коже. Так что подумай дважды перед тем, как отправиться туда. Я понял. А вот теперь, если я вниз прыгну, мне пизда, да? Типа, однозначно, я так понимаю. Или я могу спуститься? Да, я мог спуститься, видимо. Мог, да? Ну да, мог, в принципе, так-то. Пиздец, блядь. Пиздец. Ну кто же знал, что это в один конец пути? Явно не я. Давайте, ребят, включайте мозг. Как нахуй браться теперь? Ну, походу, никак, да? Махаться, блядь. Ладно. Раз только махаться, куда деваться? Пиздец. Ну все. Берсер как бы идет в бой убивать демонов, блядь. Ради чего все затевалось? Нет, надо было... а? Какой А? Блядь! Я понял! Пиздец! Половина всего здоровья, ты ебанутый дядь! А? Яйца вырезал тебе нормально, удобно? Нихуёво так он. А вообще пососный. Вообще пососный. Не бери на себя слишком много. Ага. Не горящий должен. Но прямо сейчас. Сиг брал. За твою отвагу, за мой меч. Тост. Вообще, после хорошего праздника нет ничего лучше сна. Да. Да. Ты, конечно, Сигурд, мужик. Помог так помог. Это куда ведет? Блять, вот я люблю вечно в какую-то жопу лезть. И вот куда это меня это привело? Угу, нормальный чел зарос. А как мне назад выбраться, сука? У меня 13,5 тысяч душ, пиздец. Тут подвох какой-то, я вам отвечаю. Блядь, я так и знал. Я не испугался, я ожидал. Это было, блядь, предсказуемо. Прям очень предсказуемо. Да... Сейчас они меня еще ёбнут. А где мои эстусы? А вот же мои эстусы. Но того стоило вообще. Смола. Лут, достойный богов. Ага. А мне надо с ними драться вообще? Я вот... Блять, да, там, по-моему, проход. Эх, блядь! Нормально, в стену. Я съебуюсь. Бабуль, я съебуюсь. Я съебуюсь. Я чуть-чуть съебуюсь. А ты ко мне, да? Вторая где? Давай по одной, блядь, мне вот это вот. Фух! Ты, блядь, аккуратно. Нет! Нет! Да идешь ты нахуй с такими, блядь.
Блядь, я на таком очке сижу, блядь, 14 тысяч душ, сука, я не хочу их терять, вообще не хочу. Ты что делаешь? Блядь! Дура! Нахуй ты эти заклятия кидаешь? Я съебусь! Ага, нормально твое заклятие ебануло. Да блять! Да дура! А! Нормально тебе, блять, лежится? Карга. Умирать, умирать, умирать! Не умирать, не умирать, не умирать! Не-не-не-не-не! Я ищу тайные стены. Ребят, помогите найти тайные стены. Помогите Никите найти его тайные стены. Блять, да куда я иду нахуй? Ну а выйти отсюда во как? Ну 14700, ну блять, ну не умирать же тут. Что это за место? Блять, все выше и выше куда-то иду. Кольцо, блять, какое-то. Ага, это место я знаю, да. А вот как отсюда вас съебаться? Съебаться как? Сюда? Или вот сюда? Не, не сюда. Так, ну вот, по логике. Я геймдизайнер. Я вот так делать и куда? Нихуя не понимаю. Вниз? Да я ж разъебусь. Или нет? Или вот сюда? Ну все, это, блядь, безысходность. Так, ну сюда можно. Сюда можно, можно. А! Сюда и надо. Так, все, косточку забрали. Ага. Блядь! Ну я умею, да. Так. Теперь, последняя хуйня, которая не дает мне покоя, это которая осталась на скале, где чел мне пизды дал. А еще у меня 4000 душ. Как с этим ходить? Не знаю. Блять! Ну, не успели. Ну, что поделать. Ой. Да я лезу! Нихуя не надо так делать. Опа. 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 Все. Мужик, раз на раз. Ебать, я тебя всочил. Вот. Вот. Могу? Могу, блять. А вы выебуетесь, что я играть не умею. Тоже мне, блять, выдумщики. Вот как эту хуйню взять? Блять! Вот она упала. Блять, ну за что? Пососал? Нет. Нет, это вам показалось. Так. Как бы эту хуйню взять? Блять. А как тут слезть? Да блять! Ай! Ага. Блять! Топ 10 смертей, Рупер. Сука. Блять. Хорошо. Хорошо сказал, да. Вот давай вот... во! Видали, блядь? Видали? Кто, мужик? Кто? Ебать... нахуй! Что это было? Увеличивает поглощение урона от огня. Это же
то, что мне, блядь, так не хватало. Блядь, надо все это пробежать как-то аккуратно, чтоб меня за жопу не взяли. Это куда? А-а-а-а! Да за что, блядь? Сука. Вы выебываете, что я играть не умею, блядь! Да, вот именно так я и полетел. Блядь, не кидайте. Не кидайте! Не кидайте эту хуйню! Блять! Кто ты такой, блять? Где я? Что это за место, нахуй? Я здесь не был. Ебать, что? Тут был костер! Что это, блядь, за место такое? А как сюда, блядь, попасть? Ну вы и пидоры, блядь. Блядь, покричи, покричи. Полезно горло прорабатывать. Ну и сука. Ну и сука. Блять. Миядзаки, ты гений. Ты ёбаный гений. Лицо стримера представили? Сокол и три корсар. Блин, что и третий корсар? А, бля, я понял. Вальгалу нахуй, путевка в рай. Уметь нажимать пробел сразу видно, мощный. Нет. Уметь пробел нажимать любой может, но это нажимаю его в тайминг. А ты в тайминге попробуй понажимать. Блять, а что я делаю? Я не знаю. Дед. Блять, ну как это происходит, ну? Стоит, сука, одна одинёшенька. Я души свои возьму. Не-не-не-не-не, мать. На, блядь, по жопе! Да, охуенно. Кидай, блядь. Залупень. Давай, давай, бей землю. Бей землю, она такая охуенная. Нет, не меня, землю бей. На, и поебал еще. Пистинг полутометровым мечом. Да. Знаете что, я заебался, блядь, все. Я заебался, я откровенно говорю, я заебался. Давайте на босса. На босса и все, блядь. Я уже не могу, нахуй, ну это пиздец. Так, теперь надо дерево наебашить. Наебашить дереву. Так. Главное бить по яйцам. У многих игроков возникают проблемы с этим боссом, но не у меня. Блять, на кого таргет? Я нихуя не вижу вообще. Блять, я ничего не вижу. Блять, отойди от яиц, мужик. Нихуя не вижу вообще.
Блять, еще какой-то залупой накидал тут. Блять! Не сри, блять, где сидишь, нахуй! Бить по яйцам, блять, бить по яйцам! Вот, яйца сломались. Теперь где бить яйца? Вот тут? Так, где еще яйцо? А, заебись. Нихуя это чем было? Извиняюсь, что бью по яйцам, но это тактика — бить по яйцам. Блять, а ты прям мощно бьешь. Блять, вот я только яйца посередине и вижу. А. Давай, уеби меня. Я ж тебя почти трахнул. Где еще, блядь? Где еще? Где, блядь, яйца? Я не вижу нихуя. На спине? На спине, блядь. Ебать, а это как вообще, брать? Брат, ты как вообще, нормально? Охуеть! Оно встало! Так, почти уебал. Так, давай я по жопе дам тебе и нормально будет. Блять, я не могу. Оно меня убило, блять, серьезно? Это было очень стыдно. Там, блять, вот так нахуй здоровье осталось. Прям на донышке. Пиздец просто. Ебаное дерево, как же тебе повезло меня уебать перед тем, как я тебя уебал. Как же тебе повезло. Все. Откис. Ай, блядь, какой же тупой босс, а. Пиздец просто. Просто пиздец. Да. Щит какой-то, блядь. Обидно, блядь, что... Что это такое? Костяные оковы, блядь, что это такое? А как отсюда выйти? Это все заебись. Ладно. Видимо, нам вперед. А, тортик не умею. Ага. Ладно, не буду срать на сокольника. Босс может быть реально сильный. Да босс не то что сильный, блядь. У него проблема то, что его всего бить нельзя, только эти точки. Хорош. Да, блядь, ничего хорошего. Ой. Ребят, ваши ставочки. Насколько меня хватит? Мы всегда здесь тортика все равно, мать верно. Нет желания помочь. Не пиши в чат. Так, ребят, сейчас будет очень сильная хуйня.
которая может давать пиздов. Из нее дропается меч, которым я пользоваться не буду. Ну вот, типа вот такая хуйня. Это как мини-босс, блять, если что. Блять, таргет слетел. Ух, блять, это было нелегко. Ну, с первого раза, как бы, да, уметь надо. Ставки на что? Да на эту хуйню. Она довольно нормально пизды дает. Да, костерок откроем. Если ты берсерк, то где же твой меч? Он на болотах, я не могу взять его раньше, чем положено. Я-то не против. Пошел нахуй. Блять, тварь. Так, нахера мне сюда? А куда мне идти? А, у меня уже глаза разбегаются. Пизда тебе. Ёбаный оборотень. А, это демон, блять. Демонов мы любим. Демонов мы кромсаем и режем. Так, я забираю. Так, что еще есть? Ага. Так, нормально. Ага. Ага. Так, блин. Тут... подставой пахнет какой-то. Какой-то подставой пахнет. Чую, чую, чую. Так тебе, блядь. Пизда, где моя камера, мама? Угу. Подстава, блядь, я же говорю. Блядь, да что ж с камерой? Да, блядь, да наведись! Кого ты призвал? Кого ты призвал, сука? Блядь. Все. Ух. Нормально, нормально. Спорим эту локацию бессмертия пройду? Спорим, ребят? Да ладно, что спорить. Все же так знают, что я бессмертия ее пройду. Ай! Блять, хватит меня убивать. Блять. Не хочу вот вас вообще в таком количестве вырезать. Нет, нет, нет. Нет, блять, отступ. Пизда, блять, ну ты сильный, да. Ебать, я ничего не вижу, блядь, камера, уберись нахуй. Блядь, это пизда. Блядь, ну вообще, таргет лучше нахуй не вешать на противника, просто пиздец какой-то начинается. Ай, блядь. На, блядь, по спиняке, крыса. Ну, ударчик.
Я не могу, блять, они меня раздражают. Да ты откуда во, блять? Как же, блядь, они заебали. Мы дошли до болот. Я поздравляю вас, ребят. Мы это, блядь, сделали. О, привет. Как поживаешь? Блядь, я как будто в ТикТок зашел. Я Анри из Асторы. Тоже из Негорящих, как и ты. Это Гораций, мой друг и спутник. Ты тоже ищешь повелителей пепла? Хуйные диалоги. Мы на середине пути жертв. Под нами лес мучений. За затопленными лесами находится цитадель Фарана, а в ней легион нежити. Мы ищем храм, в котором живет мрачный Олдрик. Возможно, наши пути сейчас разойдутся, но наша цель — поиск повелителей. В следующий раз, когда наши пути пересекутся, вероятно, мы да осветит пламя твой. Ах, да, он не очень раз... Но не осуждай его. Он самоотверженный, добрый рыцарь. Чуть без его помощи я... Блять, просто реально озвучка дерьма. Просто какую-то родомную бабу нашли. До болот дошли. Блять, где там нахуй он? А, я понял. Напрямик, блять, через тебя лучше не бежать, друг, да? Ты так и скажи. Ты так и скажи. Нет! Какая у тебя зубочистка, блядь, длинная, это пизда, друг, ты не представляешь, нельзя с такой хуйней ходить по лесу, ты кого-нибудь зашибешь, блядь, серьезно, ну это... Ребят, вы где съебались? Правильно, надо съебываться отсюда. Да ты заебал, не беги за мной, сука! Ебаные болота. Кто эту хуйню придумал? Блять, на меня краб бежит. Ты долбоеб? Нахуй ты это делаешь? Блять, я долбоеб, нахуй я это сделал. Охуеть, брат! Я шел себе, никого не трогал, подбежал краб и сломал мне ебало. Это просто шедевр, это шедевр игропрома. Как такое можно было придумать просто? Вы себе представляете, идете вы по болоту. Он с нихуя ко мне прибежал. Но разбить лицо разбил. Я пособирал еще лутецкий, чтобы он мне, блядь, глаза не мозолил. Но тут ебаные крабы. Ага. Я тебя слышу, друг. Блядь! Я ничего не сделал. Так, ребят, ну что? Большое тогда на этом всем спасибо за то, что были со мной. Большое спасибо за вашу поддержку, так сказать. Я все чувствовал, все видел. На этом будем прощаться. Увидимся в видосах, увидимся на стримах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите на Discord сервер по ссылке в описании. На этом большое всем спасибо. Всем пока.